Больше 20 ДТП, в которых 5 человек погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. Такова статистика происшествий за прошлый день. И это только зарегистрированные инспекторами ДТП. В связи с изменением погодных условий, госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток. Из-за снижения температуры окружающего воздуха и выпадения осадков в виде снега, в ближайшее время на некоторых участках дорог возможно образование снежного наката и гололедицы. В госавтоинспекции добавили, что в таких условиях повышается остановочный путь авто. Говоря проще, вместо моментального торможения машина проедет лишние полметра, что может привести к ДТП. Поэтому призываем как водителей, так и пешеходов серьезно отнестись к данному фактору и быть более бдительными при движении на дорогах. В госавтоинспекции напомнили и о другом важном шаге, который уже должны были сделать водители – переобуться с летней резины на зимнюю. Тем более, что синоптики обещают, что в ближайшие дни в Рязани погода улучшаться не будет.